Напомним, в Советский суд Рязани поступило уголовное дело в отношении экс-начальника регионального ведомства Александра Алфосова. Сотоварищи. Букет обвинений троицы выдан самый яркий. Тут вам и взятки, и незаконный оборот тех средств, и мошенничество. Для установления всех эпизодов преступной деятельности обвиняемых следователям пришлось допросить более 500 свидетелей, провести 17 судебных экспертиз. Следственные действия проводились на территории нескольких субъектов России. Объем уголовного дела составил 81 том. Обвиняемые до конца следствия вину в инкриминируемых им деяниях не признали. Общая сумма взяток, которая вменяется дорожным полицейским в больших погонах, составляет 2,5 миллиона рублей. Конечно, немного, но, по всей видимости, это то, что удалось доказать. В ходе судебного заседания был рассмотрен вопрос о продлении обвиняемым срок содержания под стражей. Выслушав мнение участников процесса, суд пришел к выводу о необходимости продления срок содержания под стражей Алфосову, Вышинскому и Тесленко на 6 месяцев, то есть до 11 сентября 2014 года.